Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике «Первый взгляд» мы посмотрим на игрушку Hatch 18. Это демо-версия этой модификации, которая, судя по всему, будет крайне интересная, потому что данные мододелы, они, собственно, наши российские ребята и, кроме того, крайне хорошие люди, именно в этом деле большие профессионалы. Многие, возможно, знают их первую модификацию Куб, которую лично я играл, она мне очень понравилась в свое время. Их модификации берут в первую очередь кинематографичностью и каким-то очень таким профессиональным подходом. В данном случае у нас имеется демо-версия, полная игра выйдет, дай бог, в этом году. Кстати говоря, в описании к видео внизу ссылка, собственно, на страничку этой игры на сайте ModDB. И у них там идет набор людей, которые могли бы им помочь в разработке. Если кто разбирается, кому это интересно и понравится демо-версия, прошу им помочь. Я с ними, конечно, не знаком, но, тем не менее, мне нравится то, что они делают. Ну и, собственно, давайте смотреть новую игру и начать новую игру. Суть в чем? Действие происходит в мире Half-Life 2 за несколько дней, и даже за несколько недель до событий, собственно, оригинального Half-Life 2. Но, тем не менее, это такой привет из прошлого, и по ходу дела мы попадаем в бункер времен Холодной войны, который таит свои ужасные секреты, причем в наш советский бункер. И вот это, на мой взгляд, достаточно интересно. Давайте смотреть, разбираться. Работа творческого отделения AAST. Компания «Жуть и мразь». Так, ну хорошо. Даже интро сделали. Как я говорю, подход очень такой основательный. Бункер 18. Здесь, возможно, должен был... А, вот, пошел звук. Мы, судя по всему, куда-то приехали. Обалдеть. Так, мы ехали на поезде, у нас везли комбайны куда-то в непонятное место. Тем не менее, давайте осматриваться, выбираться. Мы, похоже, выпали из своей люльки. А кроме нас тут, судя по всему, никого не везли особо. Сразу хочу сказать, что для модификации требуется эпизод 2 установленный. Ну, то есть Steam-версия. Я не знаю, как она будет работать на пиратке, да и зачем мне это знать. Потому что у меня-то версия Steam. Собственно, что мы делаем? Нужно как-то отсюда, я думаю, все-таки выбираться. Да, вагон чисто комбайновский. Мы с ними сталкивались уже много раз по ходу, собственно, оригинальной игры, эпизодов. И надеюсь, тут пока что никого не будет, кто мог бы нам навредить. Куча странных механизмов. А мы... Валим. Валим. Уважаемый. Уважаемый, валим. Давай, давай. Ох, блин, я себе ногу сломал, что ли? Я прям как Лиза The Walking Dead. Падаю постоянно, повреждаю себе что-нибудь. Так, ладно. А, вот. Так, встаем. 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 Что ж с этим проблема-то такая? Эх, ты не хочешь подниматься. Возможно, я что-то не так делаю, а? Вот, допустим, тут я хочу подниматься. А тут? Уважаемый, ну встань-то, пожалуйста. Ну, елки-палки, ну что с тобой не так? Не хочет ни в какую. Тут хочет. Там не хочет. Может, мне как-то нужно это подвинуть? Вот тебя... Вот, да, точно, все понятно. Мой косяк, простите. Простите старого. Так, ладно, выбрались. Что у нас? Какие-то коробочки. О, аптечка. Подлечимся маленько. Это уже, похоже, отсек обслуги корабля. Так, это нужно убрать, а то нам не мешается. Еще здоровье. Отлично. Какие странные звуки. Надеюсь, хозяева не придут, пока я здесь. Дают патроны. Зачем мне патроны? Кто-то стрелял, похоже. Гильзы лежат.
Это не к добру. Патронов куча, но оружия у нас, к сожалению или к счастью, нет. Так, и все, мы выбрались. На дворе ночь. А, и мы, собственно, идем. Мы идем. Оп. Ой, 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 валим, валим, валим. Валим. Валим, валим. А, обжегся. Куда я иду? Куда, чё? О, тихо, 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 тихо. Ой, ребята, ребята, закрывай давай. Так, мы в безопасности, вроде бы как. А, но назад пути, я так понимаю, нет. Аварийное закрытие дверей используют только в экстренных случаях. Окей. У нас случай был самый что ни на есть. Экстренный. Внимание, ходьба без противогаза в этом секторе опасна для жизни. Что-то это не к добру все как-то, да? Кровище. У нас кратнуло что-то прям при нас. Опа-па, это мы удачно попали. Специальные средства защиты кожи. Специальные средства защиты кожи предназначаются для предохранения кожных покровов от воздействия отравляющих радиоактивных веществ, от попадания бактериальных средств. Изготовляются они из изолирующих, бла-бла-бла, понятно, да, это радиоактивная защита. Это все хорошо, конечно. Тут у нас первый баг, даже второй баг. Но игра все еще находится в разработке, поэтому... Ой, дедушка Ленин. Кто это над ним так надругался? Не болтай, хорошо. Игра, как я и говорил, находится в разработке и... Гроб. Издание пятое. Кто-то читал на досуге. Вот это, конечно, они бы убрали отсюда, потому что это все-таки уже произошло после Холодной войны. Это, собственно, я уже забыл, как его зовут, так давно в Халфу играл. То есть его тут просто физически не может быть, если это бункер в Холодной войны времен. Аварийный выход. Отлично. С выходом нам не повезло, похоже, да? Так, пусто. Генератор. Ух ты. Флэйр. Не хочет. Ну да ладно. Хорошо, ладно, что мы имеем еще тут? Рация. Станция 12, прием. Станция 12, как слышно? Слышно хорошо. Это уже, похоже, комбайны нас ищут, да? Медпункт, отлично. В медпункте у нас... Правила обращения с раной. Для предохранения раны от попадения па-па-па, понятно, перевязать, хорошо. Если рана на голове, то нужно туго затянуть жгут на шее. Ладно. Так, подлечились, все хорошо. Враг не дремлет, будь бдителен. Да, это та самая паранойя Холодной войны. Ну, вроде как ничего тут особого нет. Давайте пойдем дальше. Как видите, во всем этом потенциал есть, но... Так, нам нужен ключ, отлично. И временами даже чем-то похоже, знаете на что? Похоже на пенумбру. Причем на вторую, самую лучшую.
телефон не работает. Ладно. Китайская пища. Кто-то у нас, похоже, во времена холодной войны кушал китайскую пищу. Понятно. Так, буржуйка гореть не хочет, ладно. Что же мы тут имеем? Генератор я отключить, к сожалению, не могу. С другой стороны, у нас есть баллон с газом, бутаном. Ой, будь здоров, спасибо. Блин, почему же тут ничего не происходит? Может, мне как-то ее... Нет, не ломается, к сожалению. Пока что я не знаю, что мне делать, честно говоря. Возможно, эти рычаги еще раз подергать. Нет? Ладно. Так, куда же мы идем дальше? Высокий уровень радиации. Так, у нас там была одна дверь еще, но она была довольно-таки стрёмная и жуткая. А, вот ключи. Хорошо. Ну и, собственно, давайте двигаться. Это явно не к добру, да? Туалеты. Обожаю туалеты. Давайте почитаем. Войсковой прибор химической разведки. ВПХР. Прибор предназначен для выполнения определения... для выявления определения отравляющих веществ в воздухе на местности техники. Так, ручной насос. А, понятно, как оно работает. Довольно-таки мудрёный механизм. Что это за пролом в стене вообще? Да ломайся ты уже. Не хочет. А, вот, смотри. Возьми кирпич. Ладно, видимо, все прибито. А кто-то ведь закладывал эту дверь, чтобы сюда не ходили. Ребята, ну это офигенно. Атмосферно. Бункер номер 18. Данное подземелье, подземное сооружение построено как научно-военный комплекс класса бомбоубежище и стоит на учете вооруженных сил СССР. Может функционировать и продолжать исследования даже во время ядерной атаки или каких-либо других социальных или природных катаклизмов. На данный момент бункер 18 передан под размещение научных лабораторий Международного коммунистического научно-оборонного предприятия SARMA Initiative. Внимание! Для гражданских лиц бункер не предназначен. Доступ на объект строго ограничен. SARMA Initiative. Супер! Больше всего меня радует вот этот вот кровоподтек на стене и вот эта вот радость. В связи с аварией в одной из химических лабораторий объект закрыт на карантин до... навсегда, видимо. Присутствие в зараженной зоне без спецодежды чревато получением отека легких. Но нам необходимо туда попасть, мы же не можем тут помереть с голода, верно? И как же нам это сделать? Нам нужен ключ, я так понимаю. И нам нужно вот эти доски чем-то разломать, нет? Дверь сломана. Попробуй найти короткую трубу. Короткую трубу. Может, этим? Труба у нас была, если память не врет, где-то вот тут вот. Спасибо, Кэп. Без тебя бы не догадались. Это что было? Слушайте, а мы тут с полтергейстом, похоже, имеем дело. Предметы летают в меня. Мне это не нравится. Последняя игра на движке Half-Life, в которую я играл,
Это Nightmare House второй. Было страшно. Подожди, где? Где труба? А. Ой-ой-ой-ой. Понятно. Как тут темно. Напряжение опасно для жизни. Генератор. Тебе нужен рычаг. Так. Где мне его взять? Опять же, где-то там, по-моему, был, да? Что-то жуткая такая атмосфера у игры, надо отметить. Это, по-моему, достаточно хорошо. Я люблю страшные игры, как вы знаете. Я, конечно, люблю и потормозить. Так, где-то тут рычаг был. Отдельно лежащий. Только я не помню, где. Ох, тут так много всего, что глаза разбегаются прям. Но тут, по-моему, ничего нет. Вообще, у меня ощущение, что вот здесь кто-то... Да-да-да. Сюда я больше не хочу. Все, нафиг. Так, мне нужно найти рычаг. Рычаг я найти не могу. Давайте несколько раз нажмем на кнопку, и, возможно, нам вылезет подсказка. Потому что я довольно ограничен по времени сегодня. Это... Это что это было? Так, что-то мне не по себе, пацаны. Не по себе. Открыто? Ой-ой-ой, не-не-не. Не так. Ой-ой-ой, ребята, что-то как-то страшно стало. Жуть-то какая, мать вашу за ногу. Электроника made in USSR, окей. Как скажете. Вы нас приглашаете, да, сюда? Хотя разработчики всячески открещиваются от аналогии со сталкером. Мне это больше всего напоминает какое-то именно помещение там был такой подземный один комплекс. Ну, короче говоря, блин, это было атмосферно. Но надо учитывать, что это демо-версия. И пока что по прохождении у меня вот так вот натурально руки вперед. И на картинка такая. Еще, еще, пожалуйста. Быстрее бы они выпустили полную версию. Пожелаем ребятам творческих успехов, всяческих успехов в этом начинании. Я надеюсь, они свяжутся со мной и скажут, когда выйдет полный. Вообще хотелось бы с ними пообщаться. В принципе, на этом этот первый взгляд закончим. На мой взгляд, это просто вот уже под конец начинало довольно сильно пробирать. Очень атмосферные вещи, очень профессионально сделано. Причем вот это то, что вы видите, это демо-версия первая. То есть уже вышла вторая, я просто, к сожалению, у меня не было возможности сейчас ее скачать. Там уже исправлены все эти баги с текстурами и плюс добавлено несколько новых объектов на этой локации. Но, по сути, она то же самое, поэтому вы ничего особо не потеряли. Вообще, у них на страничке ModDB стоит такой неоптимистичный прогноз, там чуть ли не 300 дней до выхода. Но это они с запасом взяли, то есть они надеются выпустить эту вещь гораздо раньше.
Как видите, эта вещь стоит того, чтобы ждать. Надеюсь, вам понравился этот первый взгляд. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.